Так, всем привет. Сегодня у нас будет засылка двух утиных окорочков. Для этого мы возьмем соль морскую, крупную. Так, нам понадобится... Вес у нас 400 грамм. Нам понадобится пару чайных ложек соли. Выбрали пару чайных ложек соли. Значит так. Засыпаем соль на дно контейнера. Укладываем бедрышки. Посыпаем сверху солью. Закрываем контейнер. Убираем прохладное место на 3-5 дней. Если на улице прохладно, можно на улицу. Если жарко, то помещаем в холодильник. Так, всем привет. Итак, прошло у нас 3 суток, как мы засолили утиные ножки. Теперь мы их достаем. Обтираем салфеткой от соли. Так, и следующий этап, будем вывешивать их для сушки. На улице сейчас прохладно, погода хорошая. Можно на улице, можно в холодильнике. Вот смотрите, прошла неделя, как я утиные бедрышки поместил в холодильник. Видите, как потемнело, жестче стало. В принципе, и сейчас можно пробовать, но мы не будем торопиться. Может быть, одно мы так попробуем, а другую закопчу. Ну, посмотрим еще. Все, что я буду делать, вы увидите. Пока. Ну вот, утиные бедрышки у нас готовы, пришло время продегустрировать. Красиво и необычно вкусно.